Приветствую всех, с вами Низерамос, и мы продолжаем проходить прекрасный Torment of Souls, пытаясь пройти его только с пистолетами. Ой, куда это я? Извините. А, стоп, да-да-да, мне туда. Так что нет, не извините, мы сюда идем. Вот. Я почему-то подумал, что я уже в этом коридоре оказался. Хотя на самом деле, конечно же, нет. Это я попытался использовать. Ну, в другую сторону повернуть, на другую кнопку. Вместо этого просто взял и неправильно, ну, то есть вышел из меню настройки ключа. Так, пока ты никого не видишь. Ну ладно. Дневничок еще один. Потроха помещены на весы. Ага. Нам уже дали боезапас к третьему оружию, которого у нас как бы вообще нет. В данном челлендже лучше бы, конечно, патроны к пистолету давали. Ну ладно. Да, мне сюда. Один ключ потратили. А теперь давайте в главный холл. Пойдем туда, где у нас... где мы получили болт от мужика. Скорее всего, сейчас придется немножечко покидаться гвоздями в главном холле, потому что, ну, скорее всего, уже сейчас враги тут устроили похохотать. Нет? А, вы посмотрите. Все еще нет. Так, а когда вы устраиваете похохотать будете? Я не помню. Так, нет, мне вот сюда. Просто я помню, там сейчас точно будет монстр в столовой. Я хочу быстро мимо него проманеврировать, пока я просто помню, что он там есть. Ой. Карту мне, пожалуйста. Иди вот это, да? Да. Оно самое. Квадрат, шестигранник, пятигранник. Уборная. Тут у нас что? Не, ну дробь это, конечно, полезная вещь. Чё, все? А, нет, вот. Вот это нам вещь нужна была, на самом-то деле. Просто кассета. Монстр, ты козлина, если что. Нечестно так появляться из ниоткуда. Так, а вот... Так, нет, не здесь. А вот здесь, где у нас? Ага. Пойдем вот в эту зону.
Здесь мы сможем получить очень полезную вещь. А в частности, освещение пофиксим себе нормально. Чтобы у нас проблем со светом больше не было. Надеюсь, я сюда иду. По-моему, сюда. По-моему, в этом коридоре. По-моему, самый простой ключ, который... самый первый вариант с ключом, который я решил. А, нет, извините, не это, а вот это. Так, 5, 3, 8. 5, 3. Стоп, не 8. Вот так. Бесконечность. Коридор интенсивной терапии. Кто бы сомневался, что сейчас на меня будет всякая фигня нападать. Так, теперь берем фонарик. Кабинет 20. Нет, мне на самом деле надо не сюда. Нет, мы типа сюда можем зайти. Даже, возможно, вдруг что-то получим. Не факт, но... А вдруг можно здесь что-то найти? Но нет, даже тут... Полезности вообще никаких нет. Нам надо назад в коридор. И где-то здесь должна быть такая комнатушка. Ленту взяли. Ну, пленку. И по привычке все еще лентой зову. Так, вот нам сюда надо. Где? Б, это как раз где у нас сидит вот этот крендель. Коридор. Ага. Значит, нам нужно через ту комнату идти. Но вот здесь... А, нет. Можно и здесь пройти. Забрать все. Наверняка мы здесь тоже что-то найдем. Важное.
Ну да, вот этот вот предмет, например. Хорошо. Здесь забрали. Что было нужно? Молоток здесь. Я даже совсем забыл, что у нас молоток конкретно здесь находится. Поначалу я даже боялся в ту маленькую тут подсобочку заходить. Думал, что сейчас возникнут какие-нибудь монстры. Понятно, меня зажал в угол. Я хотел не убивать его, но... Придется проявить жестокость. Толку, конечно, от этого никакого. Потому что ничего полезного мы здесь больше не найдем. А патронов мы тратим. Все меньше и меньше у нас патронов остается. К сожалению. Фух. Ага. То есть я рано все-таки сюда пришел. Значит, что-то мне еще нужно найти в настоящем мире. Про это я совсем забыл. Тут должен быть где-то степлер лежать. Угу, у нас пушка. Так, было 75, 95, 20 патронов. Вот почаще бы игра так. А то, знаешь, я как-то начинаю переживать, когда у меня патроны кончаются. Это что? Это ничто. Где-то здесь надо найти степлер. В этой комнате мы осмотрелись, я ничего не нашел в ней. Не спорю, может быть, что-то тут и есть, конечно. Ой, куда? Не угадали. В двухмерную комнату мне пока рано. А, это нельзя смотреть. Я подумал, шкафчик можно открыть. Ладно, теперь идем в двухмерную комнату. Ага. Так, рассмотреть. Надо вспомнить. Так, закрытые глаза. А, закрытые уши. Закрытый рот.
ты, по-моему, просто вот так. Нет. Да ты, блин, издеваешься. Так. Судья слепой. Адвокат глухой, потому что он только на губы смотрел. А, я... Или я что-то не то? Нет, вот. Так, погодите, я конец не прочитал. Может быть, я последнюю неправильно выбрал? Так. Так, ну, судья ничего не видел, потому что он читал этот. Так, ты не слышал, что судья зачитывает? Может быть, вот так? Нет. А, извините. Ну да. Она не могла кричать, поэтому она что-то писала. А адвокат? Или что с адвокатом еще может быть? Почему он еще мог быть заворожен? Должен быть без головы, потому что его нет. Стоп, да? А что я не так сделал? Простите, я не помню. Мне казалось, в самом первой попытке я также назначил все эти штуки. Ладно. Я так и задумался, ну, вроде бы так, а что-то не получается. Наверное, я что-то перепутал. Все-таки подумал, что я так сделал, а на самом деле я что-то ошибся. Тебе вот эту фигню. И теперь все. По идее, отсюда сваливаем пока что. Ага. Берем. Идем к нашему негодяйскому пока что незнакомцу. Where can I find... Thank you for... Так, теперь можно спокойно пойти отмордовать того монстра. Теперь у нас со светом проблем нет больше. Так что мы можем спокойно вот эту штуку измордовать. Чем сейчас и займемся. Не хочу к тебе близко подходить.
Ты негодяйская, твою морду. Стоп, я даже... Погоди. Я тебя с кем-то перепутал, на самом деле. Я подумал, что это этот, с капельниц, который бегает. А, ну, кстати, на это... А, получается, этих я тоже могу так спокойно гасить. Вот оно где. Значит, не надо на них по 6 патронов тратить. Это хорошо. Я доволен. Так, дверь не заперта. Теперь у нас здесь дверь не заперта. В первую очередь, меня вот эта фиговинка интересует, вкусная наша. Вот это просто для приличия возьму. Надеюсь, она мне не пригодится, опять же. Но будет зависеть от того, насколько редко мне будут давать патроны для пистолета в будущем. И насколько часто мне их придется тратить. Что еще более ключевой момент. Нет, я не сюда хотел. Сюда мне вроде бы больше не надо. Здесь ничего не было. Я вот сюда хотел посмотреть. Здесь ничего не лежит в тупичке. Нет, не лежит. Жаль. Возвращаемся назад. Все, эту область мы прошли. Теперь остался один ключ на первом этаже. Можно, к счастью, прямо здесь спуститься. И как раз в нужное место прийти. Тени с капельницами. Чё ещё за фокус такой? Окружили гады. Ой, не-не-не. Взял, потрогал меня еще раз. Негодяйская морда просто. Так, для этой штуки у нас ничего нет. Вот здесь вот у нас. Ага. Квадрат, треугольник и восьмиугольник. Архив.
нас головоломочка. Следующая наша. Так. Патроны к пистолету перестали давать. Особо активно, к сожалению. Я есть опечален. Этим досадным недоразумением. Ага, вот сейчас уже, кстати, появились враги. Ноль. Четыре. Один, четыре. Расслабься. Фигня неадекватная. Пока у меня есть на вас патроны, конечно. Вот что будет потом, меня больше не радует. Полный контейнер крови. Так, ну теперь мне надо идти в ту область, где мы только с фонариком сможем пройти. По-моему, монстр уснул немножко. Кэролайн, не целься вот в этот. У тебя вот тут фигня. Сэкономили себе 6 патронов. Спасибо кулеру. За нашу счастливую обойму. Служебная часть. Вот здесь вот у нас как раз есть неадекватная Мордина. В конце коридора. И не только, как выяснилось. Что за унитазные звуки издаешь? Медь!
меня трогать своими клешнями. Там еще сейчас появится, да? Ой. Так, давай, типа, ты не хочешь вот тут опустик застрять, например? Или вот тут? Не уверен, что оно того стоило. Но учитывая, как активно мне уже не дают патроны, потихонечку надо экономить. Здесь мы закончили с монстрами. Я пойду сейчас сохранюсь, но не для того, чтобы закончить серию, а для того, чтобы попытаться максимально безопасно пройти и безрасходно пройти следующие несколько комнат. Я знаю, что тут сейчас, например, монстр появится. Но, возможно, я смогу его с одного удара просто обойти. Ну, получить максимум один удар. И обойти его. Патроны к пистолету. 80. Да, всего 5 патронов. Вот так. Нам даже не нужно эту фигню гасить. Это супер. Берем аптечку. Берем боезапас к тому оружию, которым я не пользуюсь. И вот я не помню, здесь будет враг или нет еще. Так, надо вот это снять. 3 плюс 6 минус 9. Марта. Ага, вспомнил. Ну, точнее. Распознал, в общем, сказать. Код, который нам нужно будет ввести. Дверь не заперта. Ура, мы завершили эту часть локации. Не потратили драгоценные 3 патрона.
Сейчас я пойду на второй этаж. Точнее, для начала это комбинировать вот с этим. Теперь идем на второй этаж, в переговорную, так называемую. Так, удаляем эту штуку. И заходим сюда. Так, здесь у нас нет прохода. Я не помню, по-моему, этих неключевых предметов мы тут особо не находим в альтернативных мирах этих. Ровно как и... Как их зовут? Займет несколько дней. То есть мы тут только для ключевых вещей в прошлое зашли. А сейчас идем сюда, идем потом на кухню. Это вот здесь, по-моему. Да. Так, открой. Ну и вроде бы все. Разве что здесь сейчас осмотрюсь. Ну, вроде здесь ничего нет. Переговорная. А теперь идем в это место в настоящее время. Это совсем недалеко. И заодно сейчас мы помимо этого еще с дискеты пойдем разберемся. Но для начала, конечно, еще сюда тоже сходим. Медальон из замороженной крови. Здесь сейчас будем Марту использовать. Ну, записывать пароль. Надеюсь, тут никто агрессивно новый не появился. Использовать... Не знаю, надо это обратно закрывать или нет. Такую защиту от перезаписи.
Берем батарею. Старый автомобильный аккумулятор. По крайней мере, заряженный. Все, этот участок мы тоже прошли. Здесь нам делать больше нечего. Теперь нам надо на второй этаж. И там, так уж и быть, придется потратить патроны. Если, конечно, там не этот огромный мужик, которого мы ритуалом возрождали первого. Потому что если там... Стоп. Нет, я хочу сюда сначала сходить. Сначала, где батарею вставить. Потому что мы можем пойти еще туда дискету вставить. Мы тут дверь просто еще не щупали, но там... Там есть дверь, которую надо дискету вставить. Так, где-то здесь, по-моему, должна быть. Вот здесь? Да, вот она. Стоит, рычит, гад. Открой сначала. Нет, тут у нас этот хрен. Эта фигня просто не очень удобная, как мне кажется, чтобы ее обходить. А в смысле у вас тут двое? Может быть, все-таки тебя вот здесь можно обойти? Нет, не буду. Потому что мне же еще обратно бежать. А лекарства у меня не то чтобы 30 тонн. Пока я не хочу получать урон от того, кого я могу достаточно все-таки с небольшими расходами забить. Так, мы берем ленту. Больше в этой половине ничего нет. И нам надо вот сюда. Где-то здесь что-то есть. Ох, да, вот этот аппарат, который займет приличное время, чтобы его осмотреть. Точнее, чтобы его правильно расставить, потому что я не запомнил, как его надо правильно располагать. Так, а где мне быстрее? А, ну, кстати, мне прямо сюда и можно идти, да? Потому что здесь и есть кое-что вкусное. А именно проход, куда нам и надо. Где-то вот здесь дверь. Я не знаю, нафига этот диск можно забрать. Возможно, планировалось, что еще где-то он понадобится. И нужно будет еще его перезаписывать. Берем шприц. В
Берем пластинку. Вот сейчас с пластинкой я буду тупить, конечно. Ну, не сейчас, а когда она у меня появится. Потому что сразу я... По-моему, ее нельзя сразу использовать. Ох, мансарда, это не то место, где сейчас появится кое-кто интересный. Я не буду с ней сражаться. А, здесь тишина. Таких глюков с освещением раньше не было. Да, фиксит одни глюки, завозят другие. Так, а я в какую сторону хочу пойти? Так, я с какой стороны вообще? Ага, я хочу сначала вот в эту комнату пойти, да. Потому что это тупик. Правда, сейчас мне тут не факт, что вообще есть что делать. Ну, а здесь у нас ключевой предмет надо вставить. И все. Значит, вообще сюда сейчас не надо было идти. В принципе. Офис. Вот в офисе. У нас и будет одна головоломочка. На которую я не помню решение. Так, а где? А, вот. Или как тебе зап... А. Шесть нот. Но трогать эту штуку мы сможем уже попозже, не сейчас. Так, а как мне открыть эту? А, мне нужно глаз найти. Хорошо. Нет. Я не буду с тобой сражаться. Где, кстати, ближайшая комната сохранения? О. Она чуть-чуть не здесь. Она чуть-чуть вон там, в конце коридора. Швейная комната. Хотя, стоп, погодите. Дайте-ка я пойду в холл. Погоди. Я хочу вот эту фигню вставить, которую мы подобрали на втором этаже библиотеки. Просто чтобы сразу это сделать. И нам
останется буквально одно действие, чтобы открыть ту дверь. Как раз таки нужна будет только карточка, которую мы и найдем в офисе. Но впоследствии. Погоди. Ты уверен, что ты хочешь? Ладно. Кулер, выручай. Классный кулер. Уже 9 патронов он мне сохранил. Так, на 3,6 должно быть верхнее. Так, это вовнутрь. Вовнутрь вниз. А это к ней и в самый низ. По идее так. Вот так и вставили два предметика, которые нам нужны. Так, ну раз я здесь, давайте... Просто пойдем сохранимся там, где ближе. А именно вот возле часовни этой. Вот в этом помещении. Студия вот. Вылетела из головы, как само помещение это называется. Фига себе, тут все это время лежала дробь, а я ее не видел. Не то чтобы она мне нужна. Кстати, патроны, конечно, у меня кончаются. Это грустно. Так, ну и сюда же сохранимся прям. На этом я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч. В следующих сериях. Всем пока. То есть раньше, по-моему, можно было и фонарь, и зажигалку одновременно. Теперь нет. Теперь фонарь вырубаем, если зажигалку включаем. Забавно. Может быть, я ошибаюсь. В любом случае, всем пока.